сегодня я для вас снимаю видео, как начинается мое лето. И в этом видео я расскажу, как начинается мое лето. В общем, давайте не будем долго болтать, а начнем. Школа закончилась, пора избавляться от тетрадок. Каждый год, когда заканчивается школа, я рву свои тетрадки на две части. Тогда я забываю про школу и думаю только о лете. И не вспоминаю о никакой школе, ведь ее не существует на данные мои каникулы. Когда начинается лето, сразу же первым делом я не сплю до утра, смотрю свои любимые сериалы, до утра сижу в Ютубе, в Инстаграме, ВКонтакте, а также снимаю для вас видео и, естественно, их монтирую. В общем-то, да, и мне очень нравится, это очень красиво встречать рассветы, это очень-очень невероятно крутые ощущения, очень красиво светит солнце, невероятный воздух, птички поют. Это самые крутые ощущения, поэтому всем когда-нибудь нужно спать, не спать до утра. С ночи 30 мая по 1 июня это моя давняя традиция танцевать, веселиться, угорать над самой собой. Это просто очень круто, просто серьезно танцевать, веселиться и радовать себя. Конечно же, всегда радуйте себя, только себя. Кстати, ребята, хочу извиниться за то, что здесь такой странный формат видео. Именно вот эти кусочки, где я танцую. Прошу прощения. Конечно же, отключаем все будильники и просыпаемся в 3 часа дня. А чё бы и нет? Да уж, что сказать, иногда и такие обломы бывают. Например, наше лето сейчас очень... Я очень-при-очень сильно люблю рисовать, и именно летом у меня появляется какое-то летнее вдохновение, мне хочется рисовать, что-то делать, творить. И вот я очень давно хотела покрасить эту коробку, преобразить ее, сделать из нее что-то новенькое. В этой коробочке у меня хранятся всякие наклейки, в общем, все для рисования. И я решила ее украсить. Сначала я обклеила с нескольких сторон скотчем, мне показалось, что будет очень красиво. Я обклеила, раскрасила разными цветами. Цветами, нежно-розовым, пастельным желтым, а также голубым. Но получилось так, что цвет не очень красивый, поэтому пришлось все это дело красивенько растушевать. И получилось что-то очень прикольное. Получились такие градиенты, переходы от одного цвета к другому. Мне это очень-очень сильно понравилось, и коробочка очень сильно преобразилась.
Дальше я вырезала из журнала всякие прикольные картинки, приклеила. Также добавила своих наклеек, всякие фразочки. И вроде бы получилось что-то ладное, мне очень понравилось. Надеюсь, что вам тоже. Я вам подала, надеюсь, что небольшую идейку.